Уважаемые дамы и господа, мы провели хорошие переговоры. Особое значение передаем тому факту, что наши никарагуанские друзья встречают вместе с нами в Москве 42-ю годовщину победы народной сандинистской революции. Она стала символом борьбы за независимость, равенство и социальную справедливость. Мы поздравляем наших никарагуанских друзей с этой знаменательной датой. И, конечно же, наши поздравления передаются в этот день и в столице Никарагуа, Манагуа. Мы солидарны с Никарагуа в отстаивании ее самостоятельности, ее суверенитета. Категорически отвергаем попытки вмешательства во внутренние дела этого государства, как и любых других государств. Осуждаем применение против Никарагуа методов так называемого политического инжиниринга в контексте предстоящих в ноябре всеобщих выборов. Мы убеждены, что никарагуанский народ имеет право, законное право и абсолютно в состоянии сам определять свою судьбу. И хотим предостеречь тех, кто при помощи так называемой санкционной удавки стремится подорвать экономическое развитие Никарагуа, других так называемых неугодных стран, в надежде спровоцировать массовое недовольство. Такая деструктивная политика не только антигуманна, она ведет к созданию очагов региональной напряженности. Мы прекрасно знаем, чем оканчиваются цветные революции и на севере Африки, и на Ближнем Востоке, да и в других регионах, в том числе недалеко от российских границ. И вся полнота ответственности за тот развал государственности, который следует обычно за такого рода инициативами, ответственность за тысячи жизней, за страдания граждан, конечно же, лежит на инициаторах подобных нелегитимных, неприемлемых действий. Мы подтвердили сегодня с никарагуанскими друзьями нашу линию на отстаивание международного права, на уважение устава ООН, центральной роли организации в формировании полицентричного, справедливого, более демократичного миропорядка. Ну и, конечно, на этих принципах основываются отношения между нашими странами. Мы сегодня их подробно обсудили. Делегация включает не только господина министра иностранных дел, но и министра финансов Ивана Акосту и специального специального представителя президента Никарагуа по отношениям с Россией Лауриана Ортега Мурильо. Так что у нас сегодня была возможность в самом таком подробном, всестороннем ключе рассмотреть наше двустороннее сотрудничество. Мы видим, насколько важно сейчас обеспечивать дальнейшее продвижение по всем направлениям нашего стратегического партнерства и особое внимание уделили укреплению взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса и в целом в области здравоохранения. Будем активнее задействовать, в частности, потенциал нашего совместного предприятия «Мечников», который поставляет востребованные в Никарагуа и других странах региона лекарственные препараты и вакцины. Мы позитивно оценили реализацию ряда других наших совместных инициатив. В Никарагуа успешно функционирует учебный центр Сибирского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации, где проходят обучение сотрудники правоохранительных органов Центральной Америки и Карибского бассейна. Действуют наземные станции ГЛОНАСС. В Национальном автономном университете открыт русский центр под патронажем фонда «Русский мир». И на повестке дня поставка российского зерна, автомобильной техники на никарагуанский рынок, содействие в развитии инфраструктуры. И, конечно, мы активно сотрудничаем в становлении в Никарагуа национальной системы предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций. Это очень актуальная тема, как вы знаете, в контексте того, что происходит с климатом на планете. Говорили о перспективных направлениях развития торговли и инвестиций.
условились активнее использовать потенциал межправительственной Российско-Никарагуанской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Господин министр финансов Иван Акоста является ее сопредседателем, и мы рассчитываем, что в обозримом будущем, в этом году уж по крайней мере, должно состояться полноценное заседание этой комиссии, которая пару лет не проводилась из-за проблем с коронавирусной инфекцией. Мы только что подписали межправительственные соглашения по вопросам обеспечения международной информационной безопасности. Актуальность этой темы возрастает и в наших отношениях с двусторонними партнерами, и в многостороннем ракурсе в Организации Объединенных Наций по инициативе России развернута масштабная деятельность по формированию общепринятых правил, юридически обязывающих правил поведения в сфере информационно-коммуникационных технологий в контексте обеспечения военно-политической безопасности и стабильности, равно как и наша же тоже инициатива о начале подготовки универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью. Мы приветствовали высокий уровень внешнеполитической координации между нашими странами, всегда поддерживаем инициативы друг друга в Генеральной Ассамблее ООН, в других подразделениях системы Организации Объединенных Наций. И, конечно же, будем отстаивать, как я уже сказал, идеалы международного права, идеалы устава ООН. Россия и Никарагуа стали основателями, наряду с многими другими государствами, группы друзей в поддержку устава ООН, которая была вот несколько дней назад сформирована в Нью-Йорке по инициативе наших друзей из Венесуэлы. Мы продолжим наш диалог, диалог Российской Федерации с интеграционными региональными объединениями в Латинской Америке, это и сообщество латиноамериканских и карибских государств, СИЛАК, и Центральноамериканская интеграционная система, и Центральноамериканский парламент Парласен. Наши никарагуанские друзья разделяют наше видение латиноамериканского региона как одного из быстро формирующихся центров многополярного миропорядка, и мы особенно поддерживаем нацеленность наших партнеров и друзей в регионе на обеспечение своей самостоятельности в мировых делах. Переговоры, как я уже сказал, были весьма полезными, и мы будем поддерживать самый тесный диалог по всем линиям. Спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые друзья. Мы провели позитивные, продуктивные переговоры с господином Лавровым. Никарагуанская делегация передала братский привет от президента нашей страны Даниэля Ортеги, от вице-президента Росарио Мурильо. И в особенности в сегодняшний день, когда в Никарагуа отмечается 42-я годовщина победы народной сандинистской революции, и мы рады отметить этот день вместе с господином Лавровым здесь, в Москве, в России. Мы также вспоминали Великую Отечественную войну, героический пример подвига защитников Отечества, которые дали свои жизни за защиту своей страны и в интересах всего человечества. Мы отметили, что герои действительно заслуживают того, чтобы им отдавали честь и помнили о них всегда. Мы продолжаем укреплять наши отношения, отношения России и Никарагуа. Это стратегические отношения. Мы укрепляем их в различных по различным направлениям. Господин Лавров уже об этом сказал в своем выступлении. Министр финансов и госкредита Иван Акоста, который является сопредседателем российско-никарагуанской МПК, знает об этом. Мы обсуждали также вопросы вакцин, вопросы сотрудничества в области здравоохранения. Мы обсуждали научно-техническое и гуманитарное сотрудничество. Россия в этом смысле очень серьезно помогла Никарагуа. Мы обсуждали также экономические, торгово-экономические отношения, сотрудничество в области транспорта, в области продовольствия. В общем, обсудили большой спектр тем, которые представляют взаимный интерес наших стран. Никарагуа продолжит укреплять эти отношения со своей стороны. Это братские отношения солидарности. Мы будем развивать эти отношения и на международных площадках, где Россия и Никарагуа согласны с тем, что необходимо защищать международное право и основополагающие принципы, среди которых устав ООН.
И это позволит нам жить в условиях мира, стабильности, в условиях прогресса, в интересах всего человечества. И это позволит нам также бороться с односторонними принудительными мерами, с примерами вмешательства во внутренние дела. И Никарагуа всегда эти акты осуждала и будет осуждать в будущем. Мы никогда не будем принимать такого рода попытки, всегда будем выступать против них, в особенности в контексте всеобщих выборов, которые пройдут в ноябре в нашей стране. И мы с господином Лавровым также обсудили вопрос восстановления нормальной жизни с точки зрения восстановления, в том числе конституционного порядка и обычной жизни. Мы продолжаем добиваться прогресса, постепенного прогресса с тем, чтобы обеспечить благополучие наших народов, в том числе взаимодействовать с международным сообществом в интересах мира и стабильности всех наших стран на разных континентах. Большое спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, переходим к вопросу. Пожалуйста, агентство «Спутник». Señor ministro, muy buenas tardes. Dos preguntas de la agencia de agencia Sputnik. En sus negociaciones con ваших переговорах с господином Лавровым затрагивалась ли тема сотрудничества в области борьбы с пандемией COVID-19? Возможно, были достигнуты какие-то конкретные договоренности в этой сфере, например, с точки зрения графика поставок российских вакцин в Никарагуа? Или же вы обсуждали вопросы, которые касаются производства российских вакцин в Никарагуа? И еще один вопрос. Не могли бы вы рассказать нам о соглашении, которое вы только что подписали? Какие меры предусматриваются этим соглашением? Большое спасибо. Да, большое спасибо за вопрос. Уже длительное время действует МПК, который на периодической основе проводит заседания с тем, чтобы как раз определять динамику нашей работы. Наша страна, Никарагуа, от России уже получила значительный объем вакцин, и мы продолжаем в духе сотрудничества работать над этим вопросом. Мы уже отмечали деятельность предприятия Мечников, и в этом контексте предусматривается совместная работа над возможностью производства вакцин в нашей стране для Никарагуа и для других стран региона. Процесс уже идет, но этот процесс, как вы знаете, требует тщательного анализа и последовательной работы, в особенности в условиях пандемии, которую мы сейчас видим. Что касается соглашения, то его цель заключается в том, чтобы обеспечить безопасность, международную информационную безопасность, безопасность в области ИКТ, поскольку этот вопрос очень важен, он позволяет нам действовать в условиях мира, в условиях стабильности, а не наоборот. Поэтому здесь, конечно, требуется, чтобы государство, правительство принимали все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность ИКТ, безопасность, международную информационную безопасность. Я хотел бы подтвердить то, что мы достаточно подробно говорили о нашем сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией. Никарагуа одна из первых зарегистрировала вакцину «Спутник Ви». А в мае вместе с Венесуэлой никарагуанцы также зарегистрировали «Спутник Лайт». И мы осуществляем поставки, которые более чем наполовину из обсуждавшихся и законтрактованных объемов уже состоялись. Где-то 300 тысяч доз примерно уже были поставлены. И сейчас соответствующие наши структуры ведут согласование сроков поставок дальнейших. Завтра состоится встреча у господина министра и его делегации в Российском фонде прямых инвестиций. И мы считаем, что завершение этих поставок в соответствии с договоренностями является нашим безусловным приоритетом. Кроме того, в свое время никарагуанское руководство где-то пару месяцев назад обратилось с предложением наладить производство COVIVAC вакцины центра Чумакова на базе нашего совместного предприятия Мечников. Вопрос непростой, во-первых, потому что предприятие настроено на производство вакцин против гриппа, и его мощности полностью загружены именно
этими препаратами, которые поставляются не только в Никарагуа, но и в Венесуэлу, на Кубу, в Эквадор. Примерно 30 миллионов доз в сезон эпидемии гриппа производит это предприятие. И второй аспект заключается в том, что CureVac Corona, производственные мощности центра Чумакова, они пока не очень значительны. И у нас в Российской Федерации спрос на эту вакцину пока еще до конца не полностью не удовлетворен. Вот с учетом всех этих обстоятельств мы изучаем обращение о возможности налаживания производства какой-либо российской вакцины в Никарагуа. Ну, думаю, что в ближайшее время будет ясность по этому вопросу. Политически мы, конечно, целиком за. Ну и только что подписанные соглашения о сотрудничестве в сфере международной информационной безопасности отражает нашу линию на то, чтобы это актуальнейшая тема в сегодняшней международной повестке дня была проработана не только на многостороннем уровне, где, как я уже сказал, по нашей инициативе начинаются серьезнейшие переговоры о создании рамок поведения государств, но мы подкрепляем вот эту многостороннюю работу двусторонними межправительственными соглашениями с большим количеством стран. Никарагуа присоединилась к их числу, и я считаю, что это очень позитивный процесс, мы будем его продолжать. Если нет вам больше вопросов, то тогда мы завершаем пресс-конференцию. Спасибо. Спасибо за участие. Спасибо, всего доброго.